Доброе утро, команда! Прошу прощения, не поставила картинку. Поставьте плюсики, как меня видно и слышно. Видно ли слайды? Так, слайды не видно, да? Так, слайды. Сейчас секундочку. А сейчас видно слайды? Ага. Все, отлично. Доброе утро всем. Сегодня среда, и с вами я, Наталья Варгина. Хочу всем пожелать доброго-доброго утра и поделиться своим классным настроением. Думаю, что сейчас своим настроением и своими планами вы тоже поделитесь в чате. Ребят, я сегодня очень рада и очень горда тем, что сегодня мне выдалась такая возможность представить своих новичков. И это не просто новички, это мои ключевые партнеры, это очень активные партнеры, это мои будущие, ну и вообще не будущие, а сейчас они уже становятся золотыми корабликами. Это мои девочки, две мои надежды. Надежда Маркова и Надежда Громанчук. Девочки очень активные, они пришли ко мне совсем недавно, но уже активно обучаются, активно развиваются, строят свои команды. Я очень рада, что они пришли ко мне, девчонки, и очень хочу, чтобы они сейчас познакомились с вами и рассказали о себе. Итак, приветствую вам, Надежду Маркову. Так, Надюш, даю тебе микрофон. Начинай говорить. Всем здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Надежда Маркова. Я из Екатеринбурга. Мне 25 лет. Я замужем. И у нас сыночек, любимый сыночек, год и 9. Вот. Ну, мы живем в Екатеринбурге относительно, ну как, недавно, 2000 года, а родилась я и провела все детство в сибирском городе Абакан. Вот, работала я в банке, но по образованию я ветеринарный врач. Сейчас я в декретном отпуске, муж работает управляющим в строительной компании. Вот. Что я ожидаю от Oriflame? Зачем я вообще в Oriflame пришла? Ну, я много искала подработок в интернете за мой декретный отпуск. Хотелось, конечно, не сидеть у мужа на шее, хотя я получаю декретные, но все равно хочется ребенка и побаловать, в магазин зайти и не думать, купить ли ему или не купить игрушку, хватит ли денег. Ну, то есть такие вопросы. То есть финансовая независимость. Второе, я очень люблю путешествовать. Что меня зацепило в этом проекте, это путешествие, что люди с легкостью путешествуют, компания этому сопутствует. Вот, и, ну вот, путешествия меня еще зацепили. Ну и третье, конечно, продукция. Я пользовалась уже продукцией Oriflame, вот, и сейчас опять начала пользоваться продукцией. Она мне, ну, очень нравится продукция. Особенно мне нравится крем Eco Beauty, крем для лица Oriflame. Ну, очень хороший крем, увлажняющий. Так, мне еще умывалки нравятся Oriflame. Они после умывания не стягивают кожу. Ну вот, бывает, умоешься или там обычной умывалкой или другой фирмы, и лицо стягивает вообще невозможно. И надо или кремом мазать, или молочком смазывать. Вот. Этот
Эта же умывалка не стягивает лицо, она наоборот дает такую бархатную кожу после умывания, что даже иногда и не требуется крем наносить, ну, конечно, все равно наношу. Зубные пасты очень хорошие. Мы сейчас попробовали голубенькую зубную пасту. Очень хорошо освежает. Вот. Кондиционер для волос очень хороший. Элио, наверное. iFlame Элио кондиционер. Вот. Ну и также я на 14 февраля, один из подарков был мужу, гель для бритья и дезодорант. Дезодорант очень понравился. Так, сейчас покажу. Это вот гель для бритья. Как видно? Гель для бритья. Ну, супер, мужу понравился, он уже пробовал. Очень понравился. Он пены не любит, но гель для бритья очень любит. Ну и такая же упаковочка дезодоранта. Вот, дезодорант приятный, аромат не такой стандартный, как в других марках, например, вот эти Невея всякие там, они очень бьют в нос прям, и когда побрызгаешься им, муж, например, побрызгается им, и потом на всю квартиру полчаса или даже час пахнет этим дезодорантом. А в Oriflame нет, там аромат очень легкий, приятный и ненавязчивый. Вот. Ну, я все вроде рассказала, все закончила. Наталья, спасибо. Слышно меня, ребят? Поставьте плюсики. Спасибо, Надюша, за выступление, такое содержательное, рассказала о себе и о любимых продуктах. Ну, думаю, что о том, как Надежда работает, она обязательно расскажет уже на ближайшем семинаре, да, о своей работе, о методах рекрутирования. Мы еще ее услышим, и я думаю, что она станет у нас очень хорошим спикером. Спасибо, Надежда. Так, сейчас, секунду, ребят. И я сейчас еще хочу представить еще одну свою Надежду. Которая тоже очень-очень активно работает, очень активно развивается. Так, ребят, поставьте плюсики, видно слайды? Угу, отлично. Это Громанчук Надежда. Сейчас она тоже будет говорить. Надюша, даю тебе теперь микрофон. Так, ну что, всем привет. Всех рада видеть. Смотрю, у нас в комнате достаточно много народу, да? Хочу представиться. Меня зовут Громанчук Надежда, мне 27 лет. Родилась и выросла в поселке Железнодорожном. Мусинского района Курской области. Ага, сейчас, секунду. Так лучше? Меня слышно? Ага. Так, следующий слайд. Наташа. Так, ну что, самое главное, это в моей жизни, на данный момент, это, ну и на протяжении всей жизни, это мои детки. Мечта моей жизни – это две очаровательные мои доченьки. Старшая Лизонька, ей 6 лет, и младшенькая моя – это Дашенька, ей 1 год и 3 месяца. Муж у меня гражданский, мы не расписаны, Евгений – это моя семья. Так, очень их люблю. И все, что я делаю для них. И хочу, чтобы получилось то, что я задумала. Следующий слайд. Так,
Главный вопрос, почему я пришла в Орифлейм? Ну, во-первых, это признание. Признание в том плане, что работа в команде, что тебя будут уважать, признавать, стремиться к тому, чтобы самой научиться и научить других работать в команде. Так, карьера. Ну, карьера – это само собой. Почему? Потому что продвижение, рост какой-то – это все очень важно. Ну, естественно, это официальный доход. Начнем с того, что я очень боялась всегда участвовать, работать в интернете, да, много было предложений, но здесь почему-то я решилась, увидев, познакомившись с Лилией Домсковой, затем с Натальей Варгиной, было очень приятно работать и познакомиться, и поэтому я решила продолжить работу. Так, далее. Вообще по жизни я привыкла ставить себе цели и достигать их. Пусть эти цели не сразу достигаются, потому что, ну, в силу каких-либо обстоятельств. Допустим, цели были изначально закончить школу, обучение, да, получить высшее образование. Это всего мы добились. Создать семью. Создали семью. Купить квартиру. Купили квартиру. Все, теперь у нас следующая мечта – это быть успешной, богатой, да? Отлично выглядеть, зарабатывать деньги, финансовая стабильность. От финансовой стабильности у нас будут счастливые детки, которые не будут ни в чем себе отказывать. От финансовой стабильности, от работы в Орифлейм я хочу добиться также, чтобы у меня был уютный дом. У нас есть машина, но как бы охота хорошие машины. Также я хочу, чтобы мои детки, моя семья путешествовала, я с ними вместе были в путешествиях. Я надеюсь, что эти мечты, мои цели, я их добьюсь. Пусть на это уйдет и не месяц моей работы. Следующий слайд. Так, теперь хотела бы спросить, о чем мечтаешь ты? То есть, если у вас есть мечты, есть цели, то вам необходимо, конечно же, работать. Работать над собой, работать в команде и продолжать мечтать и идти к своей цели, чтобы ваши мечты сбывались. Следующий слайд. Так, ну все, на этом у меня в принципе все. Спасибо за внимание и всем успехов в начинаниях и достижения поставленной цели. Настя, спасибо тебе большое за такое классное выступление, за красочные слайды. Я, честно говоря, скажу вам честно, что волнение, надежды и одной, и второй надежды, да, наверное, передались мне, и девчонки, совершенно не волнуясь, выступили как настоящие спикеры, как будто бы они выступают уже постоянно, да. И я вообще, конечно, если честно, у меня здесь и в жар, и в холод, я очень переживала за девчонок, но все прошло замечательно. Первая встреча, знакомство, все вообще прошло прекрасно. Я очень этому рада. И теперь я думаю, что в ближайшее время по средам вы будете слышать не только Наталью Варгину, но и Надежду Маркову и Надежду Громанчук. Достойная смена мне, это очень здорово, я очень рада. Молодцы, девчонки, поздравляю вас с дебютом, все было замечательно. Ну и замечательная моя команда, моя любимая команда. Я желаю вам сегодня успешного дня, хорошего настроения, и чтобы у вас сегодня все получилось, все, что вы запланировали на день. Всем спасибо, если есть какие-то вопросы, то задавайте, я с удовольствием отвечу. Что значит «а нам», Ирина? Что за вопрос? Ну, не совсем, конечно, поняла, Ирин. Я желаю всем сегодня хорошего дня.
кто пожелает, ну так я и желаю, мы все желаем. Наша команда, это, я говорю, моя команда, это вся наша команда. То есть у нас нет отдельной, да, мы вообще все семьи, большая дружная семья Арифлейм. Да, я желаю всей команде, ребят, вот, удачного, хорошего дня вам. Я вас всех люблю, спасибо всем вам за внимание, до новых встреч. Все, всем пока-пока.